Канобу.ру представляет. Доброго дня всем зрителям! Чем выше технологии, тем сильнее людям хочется вернуться назад, в прошлое, повздыхать о славных рыцарских временах. Тогда не только трава зеленее была, но и воздух с водой чище. По крайней мере, так нам кажется, сквозь призму ушедших веков. Думаем, по-настоящему мало кто хотел бы поменяться местами с жителем Средневековья. Но с сегодняшнего дня вы можете совершенно безопасно попробовать роль обывателя тех лет, благодаря проекту Sims Medieval. Хотя и он наверняка придется по душе далеко не всем. Но довольно о прошлом. Посмотрим, что творится в нашем будущем. Несмотря на чудеса науки и техники, главная информационная волна — все те же слухи, сплетни и недомолвки. Взять хотя бы маэстро видеоигр Хидео Кодзиму. В начале года его студия разместила объявление о наборе персонала для работы над новой частью сериала Metal Gear Solid, причем для консолей следующего поколения. Примерно тогда же нам показали старичка Снейка, шустро бегающего по экрану свежеобъявленной NGP. А теперь мы узнаем, что Кодзима-сан собирается раскрыть два проекта на грядущий выставке E3. Один из них как бы ответвление от уже вышедшей игры, а второй загадка из черного ящика или картонной коробки. Команда знатоков, вам слово. Переиздание старой доброй классики нынче в почете. За гранью добра и зла принц Персии соревнуется с Ларой Крофт и крутым Сэмом в ловкости и смекалке. Жаль только, что некоторые из полюбившихся героев имеют привычку опаздывать. Шпионская трилогия о Сэме Фишере, состоящая из игр Splinter Cell, Pandora Tomorrow и Chaos Theory, задержится еще на месяц-другой. Одни магазины обещают, что сборник появится на полках 17 июня, другие говорят о 20-х числах мая. Издательство Ubisoft точную дату и вовсе скрывает. Наверное, спецслужбы постарались. Обновление коснется и нестареющего, словно зомби, сериала Resident Evil, вернее двух эпизодов, номерной четвертой части и кода Вероники. События ранних обителей в той или иной форме часто модернизировались, но в основном на экзотических для России консолях вроде GameCube, Dreamcast и Wii. А теперь и обладатели приставок текущего поколения наконец-то смогут заново открыть для себя классику, по крайней мере на японском. Дата выхода неизвестна даже примерно, да и название для Запада наверняка адаптируют. Кодовое название этого проекта в стране восходящего солнца — Biohazard Revival Selection. Аригато и сайонара, как говорится. Мы уже начали откладывать монетки в нашу свинью-копилку на покупку NGP. А ведь ее предшественница, Sony PSP, появилась на цивилизованном Западе ровно 6 лет назад. Тогда мы тоже смотрели на потрясающую картинку и возможности малютки, разинув рот. Надеемся, что новая, уже совсем не карманная консоль, оправдает возложенные на нее надежды. Время скрестить пальцы еще есть. Чтобы скоротать ожидания новой приставки, вовсе не обязательно замораживать себя в леднике. Заходите к нам на Канобу, и время пролетит незаметно. Дарт Маул напомнил о малоизвестной, но очень бойкой и фигуристой ведьмочке из «Шайтан-ящика». Дневарк раскрыл секрет, как стать убер-снайпером в Bad Company 2. Элеонер подвел итоги творческого мероприятия «Hack Day». И мы не можем пройти мимо замечательной заметки от Алекс Экса, посвященной сериалу «Final Fantasy». Игровая неделя подходит к концу. Завтра ее итоги подведут еженедельные канобовости с Борисом Репетуром. А также не пропустите новый сеанс аристократического кинематографа с Ильей Мэдисоном. С вами был Александр Глаголев. До встречи в понедельник.